Хороший анализ. Да что тебе надо, ма? Волшебник, да, из три. Прист ШП. А у нас ШП в гильдии где-то. Он тебя волшебник даст. У меня 36 минут фласка, за это время пройти. А если не пройдем? Да, еще тебе ебаный рот. Я не буду новую пить. Бывает. А где Ауга? Хуй знает. Он же с вами вчера был. Он, блядь, вон сидит. У него КД, наверное. Они они словили КД, побоялись, что не закроем в этот раз. Короче, мне похуй. Ауга вчера писал, что... Чё не закроем? А я лечу, ну ладно, спасибо. А ну почему? Все, все тут. Чё, по базаре что там, дурафан или смекалка, блядь? Чтобы я не отвлекался. На кнопку не ставил, блядь. Чё? А? По базаре, тебе говорю. Блядь, чё-то падал. Чё-то падал, согласен. Типа, когда Геру, когда там чё, нахуй? Кого все бить все первым? А, у нас Гера есть? Я потанчу спокойно. Ставьте рыбу, там я хуй знаю. У меня нет нихуя. Не давали, тогда у меня кончилось. Ну, давали с ГБ? Ставил. А я не помню, 6 штук мне кто-то давал. То ли Владимир, то ли кто. Пусть секретные люди зайдут в Дискорд, чтобы поговорили. Надо я секретных хочу... 10 человек сюда, чтобы те, кто в рейтинге, зашли. Да, надо еще 2, еще 3 человека секретных. Получается, это Шамен. Вон это вот Паладин, блядь, нихуя не видит там. Может это, может я все-таки на змеях в танка, что-то я боюсь за тебя, нахуй, не? Да нахуй не бойся, ты че, блядь. Лой. А, не мороси, блядь. Давай, расчехляйся. Нормально делай. Дадим права, можно. Че дадим? Права в Дискорде. Какие? Ну, прыгать по каналам. Я хуй знаю. По каким вот каналам? Вот в 10-м. Ученик пишет. Все, ну, не знаю, но сделай как у всех и дадим эти права. Так, еще Шамен сейчас зайдет. Короче, я нихуя не понял. Да, каски бафы. Я крикну на... А что, может аккаунт... А, не, на чужие аккаунты хуй знаю. Опасно заходить. Почему? Да, блядь, забанят еще потом, блядь. Да не базу. Так, смекалка, на тебя пишу истерию, там ближе ко мне подходи, чтобы я давал. И говори лучше в диссе, потому что я забываю эту хуйню кидать. Ебать напрягаю, да? Чё-то говори. Шамен зайдёт в диск? А вы заебали мне за билд писать? Нормальный билд? Лучше пристабах возьмите. Пристабах. Быстро покинуть тело. Чё, все там в диссе, блядь? Все в диссе, кто надо или чё? Нет, не в диссе, Шмин. Лоу денёк не может зайти из-за того, что его не авторизировали. Авторизировать его, блядь. Вот он сидит. На вашем рассказе. А вон там кто? Зелебоба какой-то, блядь? Кто это, блядь? Это ТБЦ Челик. А этот шаман чё пишет-то? Не знаю. Лой, сделай как у всех. Ник в игре и имя в скобочках. Все дадим права. Линканите ему на гостиную приглашение, чтобы он зашел туда, блядь. У нас вечная ссылка висит в этом информации. Нет. Так в информации как ты ее скопируешь? Вот как? Руками. Вот я открываю информацию, а как скопировать? Да не как скопировать, берешь чат, открываешь их. Блять, ну что такое? Зайдите уже быстро сюда и давайте уже начнем. Там только я вручную. Я скопировал, в чем проблема. А, ну я же могу изменить. Ну так ты можешь. Да, можешь изменить, типа. Остальные нихуя не могут. И только вручную вводить. То есть я поэтому и говорю, линканите в чат, там же ссылка с чата копируется.
Давайте это, бахайте, чё вы встали. Где бахнуть, поехали. Кайс лучше. Чем могу быть полезен? Ебать, мне масло дали, я в рейд пошел, мне масло кто-то дал. Кто это с кайфом? И ещё фласку дали. Пристабаха нет у вас? И пристабаха. Слабый. Защиту от природы поставь и паладина тогда. Этот Лой де не Хек, ты тут? Он здесь. Он что, шаман АФК, что ли, или что? Шаман слышал защиту от сил природы? Да, что такое? Этот, когда гармок умрет, бог организуешь по мне. Сможешь? Смогу. А если не сможешь? Здесь будет. Будет скайп. Это завис. Все зависли? Нет. Вам отвисай, ебать. Походу падать придется. Сейчас у меня все картинка встала. Бля, отойди так. Короче, отойду, если он меня опрокинул, бля. Короче, картинка встала сейчас, блядь, пиздец. Ну, бля, зачем? Да, что ты скажешь, я буду падать, мне в какой-то аж, блядь, жить. С минус БР, если что. Всё, пиздец, я ебал. Просто вылетела игра. Ты еще танчишь? Да не танчишь. Да как хули я танчу, у меня игра не закрыта. Зайдите в вагон, быстрее, зайдите в вагон, не теряйте время. Давай, блядь, Ctrl... Alt F4 или как там, блядь, комбинация прекрасно называется. Ребуты быстрее игру. Так а у меня уже загружается. Я перезашел. Хорошее начало. Ну, 50 из 50 не сделал. Вот так вот 50 из 50 руинят. Блять, вообще похуй, его можно обновить нахуй вначале, ебать. Нет, нет, там вешается КД. Нахуя 50 из 50, тут ничего не дают дополнительного. Не знаю, все время, бля, когда умирали на животных, забрали КД нахуй. Ну, хочешь, зайдем на X2, умрем от ВВК и выйдешь, ты не обновишь, тебе КД повесит. Слайк, сундуки даются? ВВК, не в обычке же. Ну да. 50-50 только ИВК и есть. Алло, привет, Слава. Ага. А мы-то в обычке. Ну, я понимаю, но тебе говорят, что и так и будет ИВК. Когда у кого-то лагает один раз, и то эти то. Соответственно, что? Нам похуй. Ставьте рыбу быстрее, что вы стоите? Время теряете. Стерея 30 секунд. Почему у тебя вон шаман хили окажется? А чё кто спрашивает? Друид. Блядь, ну чё-то изменили, короче, когда смотрел персонажа, то ебанский стал глаз реже. Вот Лера, блядь, я договорился, мне уже три чела, блядь, подошли, в Долоране смотрели меня, потыкали на эту жажду. Ну хотя бы ты сказал бы шаф качать, а не вот этого хуйню. Да не, на. 4, 3, 2, 1. Кризал Док Аран. Ближе подойди, стал, сука.
Куда еще бежу? Так его сейчас будут опрокидывать. Я прям по полу стою. Я сейчас хочу урод огня, я ебал в пизду свою истерию. Почему? Я же их это отошел от одного. Если я между ними. Короче, там 30 метров вроде бы кринжа. То есть далеко от меня. Серьезно, опять на аэродром. Надо да, снимать его. Бля, да хуйня кдешится 30 секунд, не могу кдевать. Ой, я думал опять, наверное. На мне. Ну пусть висит, похуй. Или нет. Ну я закрываю как-то. Сейчас откдешит. Да я его вообще сам запью. Да я вот так на рынку повесил. Жарим, чё как лежится? Да, блять, между луж был, по сути, не должно было доставать. Спотыкнулся. Чё-то пока это... Не так пошло что-то. Дрыгался, короче, между ними, чтобы найти место, где не будет дамажить. Говорят, можно просто от лучше пойти. Ну да, но обычно это помогает. Я хотел стать четко между ними. Чё-то не чёткий ты. Ну, блядь. 5, 4, 3, 2. Так, нам уже другую, да, бить? Да, кислотно. Ой, там дело в том, что я, блядь, все равно. Гер. Короче, ШВ нажал. Пошел. Ты берешь? Там лужу разлил. Да, блядь, творили. Шуман, подойди к танку. Короче, я на хп вам перекричу на всякий. Нормально все равно отняли у него. Паладин, можешь бабу на. Там на магии аграл. Так, можешь на огненную забить. Да, пока это убейте. Лужу веду. И кливайте сразу. Ебать, а что у меня, блядь? Сразу, значит, заблюет. Все, я туда били. Да ебать, что у меня с фрейном, ебать. Так, мне нужно разморозку, сука. Есть на ком огонь? Черепок, ко мне беги. К танку, черепок. Все, отбегай. Все, изи. Ой, о, отойдите от меня. Ринжу. Ко мне не подходите. Из-под морды. Уйдите оттуда, поведу в сторону ордынского щита. Уйди оттуда. Переходи на другую сторону. Сейчас будет клиф. Блевотина. Все, блевотина. Ебать. Последний гамадрил. Угу. Делаем вот так. Делаем вот так. Спасибо, Тарды, встаньте. На лёд, кстати, поставь. Ставь. Я не понял, а как сейчас вот этот каст скинули? Вон он. Резис просто уебал. Босс, все.
А выбирает цели какую-то, если в цели резисте, там первый какой-то тип, ебать, она скидывается в том же. Есть фирья? Угу. На следующий раз закинешь мне, как? Угу. О! Сейчас топот будет, быстрее захиливайтесь. Опа! Понимаю. Вот так вот. Вот так вот происходит, когда два хила под дыханием стоят. Кидай фирья. И все равно стоят, понял. С разных сторон хилы. Шаму, иди в другую сторону, где ДК. С разных сторон. Собака. Или друид впереди, Шаме похуй. Уже не это. Стойте с одной стороны от босса. Не русский вы чукчи, блин. Ну шаман тактику не знает. Да ладно, ну. Беги, малышка, беги! А, он, блядь, ебать отлетел на. Походу, ты первый раз, раз туда отлетаешь, нахуй. Слава, ну ты красавчик. Чё? Куда? Почти торды, нахуй, да? Все стоят с одной стороны, ты вылетаешь совсем другую. Да какая разница? Большая. Бежать, бежать. Время. Так там ускорение дается. Его не хватает, а его только на отбежать хватает. Бежать до другой стороны. Это же самое главное, выжить. Понимаю, бля. Так надо отбегать, если... Не, ну ВВК будет, это будет решать. Да. Ну ВВК, да, там полукругом стоит. Там берса, блядь, есть. Ну, самое главное, что хил один с одного конца полукруга, другой с другого. Самое главное. Да просто мастакра нажимается и все. Или монолетный. Все выживается потом. О, хуясь. О, кольчуга хорошо упала. ГЦ Шамен. Заходите в инст сразу, чё вы разлеглись? Я заебал этот лут. Лежишь в конце, а мы даже тебе не показываем, что за это. Это, шаман, ты через чё хилишь? Вуду? Чё ж ты доебался, шаман похилит? Ну какой аддон? Через чё хилишь? Хилбот, Вуду или чё у тебя там? Через пати Фраймана, всё равно цепуху нажимаю. Короче, там будет, yeah. будет черепок вешаться, надо будет этого человека захиливать. Там 30 тысяч хила будет абсорбиться. Вот, чтобы снялся дебаф, нужно 30 тысяч у него хильнуть. Ну и крестик, просто огонь, лужа, как на лане будет зеленая, надо будет выносить. Дайте ребаф, помогу. Могу зимний горн дать. Дайте лапку. Сразу говорю, с големами делайте, что хотите. Хотите, что хотите. Что хотите, командуйте, типа, но я бы их залил. Одного гриппа, второго баню, третьего фиря. Всего три ходит. Там, блядь, 200 тысяч мы, блядь, заклеиваем. Но вроде и слабый на варе, блядь. Да, вообще похуй. На големах там все прожибочки отдавайте, и защитные там, и хилы, чтоб цепухи, и этот... Молжеди будет рост на весь рейд. Да нахуй вообще не весь стоит. Да хотел бы я, блядь, Сандер бы стакал, нахуй, я вообще делаю. Послай, чё ты его вводишь? Чё-то макрос сломался на стиле. Потом мне закинь. Ты да, смекалки закинь. У меня все как-то. Да похуй. Автоатака будет бить. Может я закинь. Каст. Аккуратно, ты дурачок какой-то лужу разлил. А, ебать, я без апа начал бить.
Да, вот это уже персонально нахуй. Бля, на мне. Сука. Оп, и чаш. Ты быша вкачал? Какая нахуй быша? Во. Ну крутилка. Нахуя она мешает? То, чтобы крутиться, ебать. Ты же можешь, кстати, в ОЕ ебашь жестко. Нажимаешь удар, размашь с этой бушай, блядь. Разъебывайся. Ты грипаешь моба одного? Ага. Ну, одному фир, одному этот. Там кто-то в луже стоит, мне кажется, блядь. Всех лагает. Всех лагает. Убейте одного, чё вы. Ордос, играйте вы уже давно по одному. Ни у кого не лагает? Ну, типа, у меня дисконнект, блядь, заебись. И ничего. Меня подлагивает. Да, лагает. Блядь, сервер ебучий, блядь. Забанил бат, который под боссом, он, блядь, стоит, а уешь. На флэта жарим в пламени, он вырывает. Он же говорил, лагает. Жон здесь сейчас говорит. А, блядь, вон. Вот. Ну, заебись вообще, блядь. Можешь по тропу БР, если почему-нибудь? Да. Сундук не трогайте. Это вылетел. Стаки снимите. А, блядь, стаки диспелите, что там есть? Чё, зайду по трупу. Шаман. Шаман диспель, стаки, шаман. Я что, ну стрельну, на, снял один. Получи бил. Помогу, дай пожарим БР. По трупу. Он там у входа лежит. Называется сундук не трогаем. Да это не да? Сундук, это же босс. Потрогали, да, блядь. Сундук-то на чемпионов. Да-то там дичь дрочит полупу. Подходите к щитам ордынским. Я запустил. Эрдру? Где шаман? Эрдру? Ома, отойди. Эрдру? Ома. Эрдру? Она кушает, ну тихо. Тогда еще жмите. Сами там пиздите, ставьте метки, сами звездочки, блядь. Не похуй. Мне тоже. Бля, в крашан хочу. Я тоже. Был бы пятый перс, я бы пошел. Я тебе могу дать шамана. А чей шаман? Ну, бля, груди. Груди. Резко, без спеца. А он чей аккаунт? Блядь, мой, типа... Ты хочешь бы тебе подтвердил его? Ну я бы поиграл, ну. Но... Да на нем не играть нельзя. Да, это хил. Коррект. Пауз. Сову играете, наверное. На сову, вон вам маг, звездочку, потом сову, потом, блядь, кого подряд пойдете. Сейчас сова нахуй, блядь, даст нахуй. Ауешечку разъебет вас. Прохол, блядь, да. Короче, смотри. Иди рогу танчишь, всех остальных за контроль. Там Прыгай. Есть рога и есть этот, блядь, череп и крестик. Это ретрик и рога. Савол кружок это хил, он дохуя будет хилить. Его там в вихрь кидать или в какую-то парашку. Я начну по усы, что он готов. Давай я палок тебе кину. Ты по кому будешь кидать? Я вам по жильцу кину. Я вам по жильцу оставлю. Ага. Готовы? Я поехал. Давай, ты не обосрёшься, это будет красивая победа. О! Не. Вернул, блядь, всё нахуй. Кикнул каст. Вот. Ебать, я ему ебучку разнёсся. Глядь, я урон ему дал. Ну и сука, умри. Диспел. Я сейчас сниму. Снял. Давай. Отбегайте от крестика. Снимите боб, шаман. Как его сейвит, нахуй? Сейвит, но... Да нету боб снять уже.
Я могу снять? Нет, могу. Я уже поздно. Я бахнул, пиздец. Слан дал еще один. Интерцепт. Кухнул кас. Ну, сними, хилки с него диспелись. Шаман, кастеры, блядь, диспельсы играем в это. Сову играем. Мити Геро, блядь, ебать и не ебень от нас. Бля, шаман, ты можешь пуржить нахуй мобов? Он? Да он не знает нихуя, да. Чего вы доебались за него. Я подумал, что вместе кружок бил, вы хуйней занимаетесь. Бьем сову. Какая нахуй кружок, блядь, это он хил, захиливает шаман. Вашу сову, блядь. Вы быстрее шамана. Так, блядь, законтрольте нахуй. Контроль так, не бесконечный. Так вы не давайте по нему доты, блядь, законтрольте. Контроли не бесконечные. Тут там твои доты висят. Не мои. Ай, блядь, сова ебёт нахуй. Огненная глыба. Играете в самого? Так хилит-то, блядь, не саму нахуй, а хилит приссу. Они оба хилят. Да, они оба хилят. Тут там дотка хилит дохуя. Да, блядь, нахуя вы... Зачем вы его... Ну да, я сейчас короче, кто больше всего нахилил. Сейчас. Это наш рейд, ебать, полетел нахуй. На чемпо. Антар 400 нахилил, саму 100, ебать, если что. Если что, ребят. Ну потому что ему косты кикали, я кикал и... Еще кикали люди. Ебать, пять секунд сала на Антара, нахуй. Ебать полезно, нахуй. Мега полезно, блядь. Антара разве? Да. Просто бельнора пиздец. Все, пиздец. Блядь, ну вы хоть играете, нахуй. А то я был тут с вечерними людьми в рейде, блядь. Падали, нахуй, раз пять, блядь. Блядь, заебись, опять лаги, нахуй. Да, лаги жесткие какие-то у меня с пылы не прожимаются. Примерно. Что-то у вас... Не знаю, кто блядь в арену играл, нах. А кто у вас провайдер? У меня на старте критерий на проколе, я ебу, да, я 10 тысяч просто. Там макрос... Ну что, с провайдер один и тот же, нет? Ну какой провайдер один лучше? Ну я хуй знаю. У меня Ростелеком. Го, опять выкинуло. Кого выкинуло? Я вроде еще пока вижу, как вы пиздите. Сундук не трогайте. Там жарим, походу, вылетел. Не трогайте, не трогайте сундук. Сейчас сундук зайдем. Не трогайте. Ой, жарика выкинул. Ну, жарим, видишь, на месте буксуют. С пробуксовка чисто парень носится. Ли. Можем открыть, типа, он пока... О, он отлагал. Нахуй полетел. Зашел сюда. Я открываю. Все, все здесь. Ох, ебать, это мне надо. На залупа падает, вы че, блядь? Это мне стринку забирать, Антох? Бля, я бы на хурика если взял РБК. Ну ладно. А что там выпало? Я не вижу. Сейчас буду бурсить. Тринка с мастерством на плечи на вал упала. Я пал даю, там пал. Да, тебе нужна пал? Да, нить. Ну он в зеркаль сам. Все, разобрали лут с сундука? Да. Да. Так, вальки, ласт. Да, мастерство не так сильно надо. Чё, блядь, пристабафа нет ни у кого? Дайте пристабаф, блядь. Плечи, одна плечи у меня лучше есть. Вчера. У меня 24. Блядь, ну я лагаю, я хуй знаю. Да похуй, просто кнопки нажимай, всё. Так, сейчас. Геру сейчас один? Да нет. Геру у вас, да. Не, но на Ануба лучше. Шаман, возьми черную метку, подойди к черному портальчику и нажми. Вторая кнопка мыши. Когда скажут, поменяешь на белую. Шаман. Беги. Видишь, вот черный портальчик. Вот. У меня вопрос. Вот это, блядь, самое, это, блядь. Версика лор паладин, он играет 24/7, у него item level не меняется. Он просто заходит в АК стоит или что? Все, иди к нам теперь. 3, готовьтесь хилить 2, сильные хилы. Черт его сожжем. А тьмы поставь ауру. Че, ну где, может Герой один? Ты так захуярил. Сомневаюсь.
Я сейчас так и бубнить буду, на-на. На-на. Бля, я хуёво обновил, ладно, бог. Маги там, смотрите, здесь сдохните, стопните лучше. Короче, ложитесь, надо объяснять, наверное, да, что делать здесь. Так не прохиливать, что объяснять? Нет, три шарика никто не прохилит. Ну, ты его не прохилил. Ну, от них отбегать надо. От шарика? Конечно. С каких пор мы от них отбегаем, блядь? Ну, отбегают, потому что и они дамажат. Вот один шарик улетает, пол хп у рейда как не бывало. Все, это все время стоялось и прохилил. Ну так, Саш, потому что ты ходил, когда был ДЦ. Какие хилы прохилят? Не эти же. Смотрите, объясняю всему рейду. Вот когда вы стоите в одной куче, прилетает шарик, вы все получаете дамаг. Я с центра шарики спиной заберу, которые белые летят в вас. Когда на вас темный цвет, вы отбегаете от белых шариков. Смотрите, если один в вас летит, вы его захилите, да. Но если летит два, вы смотрите заранее. То есть отбегите, хотя бы три человека, четыре выбегите. Потому что хилы не поднимут вас просто. Хилы то же самое. Вы лучше отбегите, отпрыгните от рейда. Вот так вот, раз, два, прыжок. Хотя бы, чтобы в рейд пришел дамаг, а вы не сдохли. Потому что вы должны захиливать. Вы здесь не 230-е с волонерами собрались, чтобы захиливать три шарика. Три шарика никто не захилит из вас. Я захил. Ну, сейчас ты хант. Шаман, шаман. Та же операция нужна. Давай, и беги. Кому по команде там меняешь? Тут основное твое цепуха, шаман. Омма, фулл омоложение, фулл бойный рост. Паладин может через флешку поиграть, будет заебись. Так, усиление. Ходите, не пуляйте, не пуляйте. Я опять, блядь, дисконнект. Сейчас усиления рунического у меня нету. Так что мне вся на пул. Который уже тикает, да. А чел вылетел. У всех вылетело? Нет, заходили еще. Заебало, блядь. Там Владимир зашел. Пасы уже на свой комп, блядь. В чем здесь комп вообще? Ну, вдруг поможет. Скорость интернета увеличится. Мало, блядь. Че, мы на Алголона? Че, на Алголона? Ну, сейчас мешает, ну, Владимир. Ну, я пошел. Ну, все, можно. Еще после Кайла найдем. Все. Бля, какой Алголон? У меня там Накс 25 идет, нахуй. А мне Дон писал, Хейган нечестивый, там что-то, блядь, этот, 11 из 24 живые, блядь. Ну да. Все не здесь. Что, думаешь, всем легко, но ничего? Это, Аверн и жарим. За агро смотрите, усиления рунического нету. Сорвете кружок и сдохнете просто, так что послабее бьем. 3, 2. Дай мне тут мистерис пола, чтобы тебя сильно наболел. Сейчас я стреляю. Макрос слетел просто вручную, да. Сейчас два на полтиста. Все, стопнул, стопнул. Кто? Кто? Кто сорвал? Я сказал постоять. Я сказал постоять. Стопни, а постой, да, покури. Я сорвал сейчас. Сейчас на пулю. Спецспособность готовим. Стои. Повезло, блин. Там же белый, да, ебал ломал сверху? Да. Слева прям вот что-то их прям сбор. Летят две сферы летят пройдут. Я увернулся, блядь, да, да. Еще одна летит. Две летят. Лок, скинь на кружке, скинь.
стоим. Да, везет. Кто я там сорвал, кажется? Повезло, что Вихер был. Да. Ну, на милика не шотник, в принципе. 25-ка будет шотник. 25-ка два танка будет. Заебись. Ну, конечно. Влетим. Ну, ага. Батя, ну, сейчас будет веселый. Если став упадет, то я просто убью. А там уже сундук не ранен. Тут не сундук, нет. Белый берите. Все поменяли с фармиком. Быстрее, быстрее берите. Белый шаман поменяет, не забудь. Ну я хуй знает, я нажал, короче. И... Шаман не взял. Шаман белый возьми. Шаман не успел? Все, мы стоим до сих пор. Я так понял. Все, давайте быстрее, пока он не вылетел. Захилили, наверное. Все, выпал... Не... О, выпал этот. Сделан. Пиздец. Все нормально. Хуйня выпала, да? Да не, нормально, огнестрел. Че, этому смекалке надо такой, да? Не, он просто... Он по пути виклик хочет просто забрать. Он на этого, на второго босса, на робота. У меня даже дух не отпускается. Что за бред-то, блять, вообще непонятно. Че? Сирус, соединение с Сирусом. А, ну все, пока, прощаемся с тобой. Тебе бан дали. Кэш, вылетаешь там, блядь, для ПТСник, бля, врубить читы на ДПС. Конечно, Сирус сразу все прочитал. Что ты столовка открыл, перчи, Натан? Откуда вообще этот чел пришел, Блэкфлай, блядь, нахуй тут пробуй? За... Экзалтер. Кто-кто пришел? Выбивайте дракончик, то мне 5 ворфов осталось до СРУ. Чё за роботов? Он про чё говорит? А, блядь, судьбы? Да. Чё это за кем? Чё это знакомый? Дэн. Была саванна X3 какая-то. Когда, кстати, ставили РТ? Ну, когда давай, когда столовка? Ну, когда вы там, пока мы здесь, вон, Ладомира спрашиваете, когда будете? Просите четверг 5. Дамира нет. А, сейчас скажу. На четверг? Нормально? Я могу. Столовку. Где он? Ебался вообще, ну. А чё бой идет, пишет? Ну сейчас тут пол падает. Пойдёшь он? А, у нас. Там, ну, да, получу. Буду. Не, я на уголовный сейчас. Ой, я вообще встал с лодки, блядь. Пойду на уголовно подамажу, да. Или потанчу. Потанчу. Что он второй там? Либо... Да, ну, Саш, буду. Будешь, да, четверг? Все. Егор, считай в четверг. Ульду 25. Это ульду мы, да, идем в четверг? Да. А получается, Кара Ик. В субботу как ты? В субботу я работаю. Ну, по идее, должен, хуй знает. Как я работаешь? Не знаю, Саш, я пока ничего не знаю. Я четверг точно знаю, что буду. Ну четверг он узнает. Три дня как раз. Ладно. Кару Ик, тогда четверг решим, куда пойдем. Ага. Ребят. А третий статик Каруик также будет это. Третий статик неизвестно. Это решится вот когда второй статик собирается, и тогда мы уже спрашиваем людей. И мы в следующий раз, когда будем собирать, посмотрим, какого-то приста и пала надо будет туда откинуть. А что там собрание? Какое? Вон, Федор, ты видишь собрание делать. Когда? А, ебать, собрание. Я не знаю, завтра не меня не будет. Так что на следующей неделе собрание сделаем. Да сейчас, в принципе, я обсуждать нечем. Паладин, руби фрост защиту. Это, ну по поводу десяток, если что, держите. Смотри,
Про защита нужна и тотем от сил природы. А когда это РБК? Убери вот это вот кровавый союз на автокаст. 11-12. Просто завтра. Ну как раз на КД на новом. Че, Герус пулы? Нет, Герус на свазе. Готовы? Да. Тогда кто там? Кто там? А нормально. Блять, кто может сбить? Волшебник собьешь сверху? Я все бью. Я на пулю. Я в лагах все равно. Все, давай. Вот, я понял. Вот, начинаем веселиться. Так, ну шамана нет. А, 2 минуты пока, я понял. Че, пони улетим потом по-быстрому? Так, а да. Мы будем улететь. Че за впад? Ладно. Мне похуй. Нам нужна вообще кому-нибудь. Ну там в льду соберетесь, будет слот, я пойду. Будет, будет. Чисто на лгалон уже? Без остальной да. Хуна? Ну а Астрахрову еще не убьем. Просто. Надеюсь, без дворфа, блядь. Бля, чё там, где шаман, бля? Блять, у меня сова такая обоссанная, блядь, пиздец по ДПСу, сука, аж обидно, блядь. Нормальных шмоток нету, нахуй, ИП копить ещё, блядь, полгода, нахуй, по-любому. Я, походу, ещё в ЦЛК только начну, блядь, на первых местах будет по ИП, блядь. А у вас там что-нибудь очищать? Там срез будет 50%, когда грулмагик выпустят. А у меня там нахуй у всех там по 20 тысяч ИП, у меня 4 тысячи нахуй. Ну как и у нас, чё? У нас вон топы, блядь, сколько? 15? О, все готовы, даю отчёт. 3, 2, 1. Ебать отчёт, пизда. Хуя-то читал, ты где читал, блядь, в уме, что ли, нахуй, или что? Так, а чё у вас не показывает? Нет, у нас, блядь, нормальный ДБМ как бы есть. Стоит такие, смотрим. Только почему? Я смотрю, просто жду, когда, блядь, этот таймер пойдет. Я не знаю, что хуй знает. Нет, это ДБМ. Все хуёво ДБМ. Хуй знает. Который именно ДБМ показывает от таймер, а не этот. А не в чате. Я отводить не буду никуда. Типа вот это все вождение. Так он как здесь будет, так и будет. Будем бить до упора. Ебаная тактика с отвождением мне не нравится. Она не нужна ничего. Его отводят в хэме. Чтобы да, у тебя первая лужа нахуй на макс рейнджа была. Ну да. Там чтобы за два бопа спли перефазу. Так, уводи, да? Сука. Чё, луж нету вообще, ну? Сейчас будут, ебать. Гриппа. Ой. Только жучар ебаный бейся. Я на УПшками лужи разбиваю, бля. Серьёзно, блядь, я хотел. Серьёзный парень, да. Я угораю вообще с того, что лужи в воздухе висят. Это вообще вверх нахуй. Пиздец, как так, блядь? Типа сверка, она типа падает, и из нее снежочек вываливается. А чё вот эта вот метка вот здесь в воздухе летает? Чё она, блядь? Хули она вообще на мне, блядь? Видишь, на меня показывает его. Сейчас вылезет уже. Чё он там так долго, ебать, заебал? Не разбивай лужу, он сейчас вылезет. Не, в курсе. Пару.
чужака. Ну что, на тебе 4 стака уже? Ну, побил, наверное, жук. Да, сейчас 3 секунды не стака. Тебе, кстати, в конце стилию дать? Ну, чтобы подразгибать, можно. Геральт. Ага. О, нихуя, давай. Сука. Марат, сейчас вы профессиональный манус, готово? Ебать, а чё Верт сдох? Вы мне объясните, блядь. Вот так нет. О, Мориса его. Опа! А, ты, блядь, на подливе просто. Ну-ка, паладинчик, блядь. О, давай боб на меня, где ты там, паладин? Давай боб. Не-не, не зыбку потом надо. Сначала было не зыбку, потом это. Да убьет меня нахуй. Ну, нахуй. Да не убьет. Волшебника нахуй прокололся. Во, давай боб. Нахуй мне не зыбку звать, если мне босс еще потом держит. Стой, боб. Блин, мимо проехал. О, заебись, покайтил, блядь. Все. Ну и все, сейчас добивать будем. Сколько там процентов, я не помню. Одного жука убьем точно, а второго босса. 46 так. Все, одного убьем. Откуда пойдет, туда пойдем. Сюда похуй. Жуков доиграть? Жука вот этого зерганите. Прожмись. Пять процентов и до появления моба 10 секунд. 5 секунд, да? Да сейчас пусть дает. Появился, нет, не появился. Сейчас появится. Не успеет. Ну, повезло, Геро. Вообще заебись. Геро. Да, ластерин. Пошел, газ. Блин, на меня еще типа, на меня так прохиливать. Танка на фул держите и метки. Метка на ханте, а да, прохиливать. Для сита стил природы поставь, собак. Вы еще вошли? Стил природы. Сама не вижу на рейде. Еще не вижу. Хилы. Тут 3 цели захиливаются. 2 метки и танк. Остальные все не хилятся. Омоложение одно держится на них. Все. Кто-то все там, одна метка, по-моему, вешается. Две. Танка обязательно фул ходки. И метка. Вон на доге сейчас метка. Остальные просто лапу сосут. Ну, одна метка, пойдем вторую видеть. На доге и на мне. А, да. Нормально. Молодцы. Хуя. Хуя пух нападал нах. Да, да. Чё за пухи? Говно. Параша всякая. Вообще ни одной нормальной, блядь. Здрасте. Ну, шаман. Вот этот драсмок прикольно. Не, ну дробяха прикольный. Ну щит хотя бы. Вообще, это обе пухи, ебать, чисто ФДК нахуй сейчас. Вот это 2.60 нормально же, да? Да, это шаману щит. И дробяшка нормальная. Столовка, кстати, жаловался, то, что он с синими пухами, ему вот вообще поди пока. Слушай, а я дайте мне вторую, кто заролил? Это обе одевание, обе нормальные. Я одну на этот на диспел, на распыл сделал нечаянно, но. Срольте ее, пожалуйста, и дайте мне. Ну что, все, да, я пошел курить, вы собираетесь, да, там? Этот, у льду. Сролил кто-нибудь?
Вы же сейчас будете собирать, да? Я в ГБ забираю. Да. Сука, серьезно, Аверн? Ладно. А, блядь, ну вы серьезно, ну ладно. Не, на этот нахуй, на ДЦ-шку. Че, щит-то потом выиграл шаман, не? Ну да, это все. Да, да. Ладно, всем спасибо.